непонятно по какой причине у нас идет лампочка, не можем разобраться. А так все работает. Дело в том, что она... А дает... это на дым может реагировать, может, слышишь? Нет, она дает знать, что она работает. Поэтому не светится. Да. Блин, как в УАЗе много рычагов тут. Диджей рычаг. Вот, так классно едет, слышишь? Ничего лишнего, тут вентиляция есть, да? Ничего лишнего. Ну как, с новым мостом лучше? Да, ты что? Огонь? Еду как на иномарке. Постой, парень, у меня тормоза. Слышишь? Так, а за тортом поедем? Да, конечно, сейчас. Да. Скорее всего, да. Один каркас остался, новая земля сгорела. Что, вообще нету ничего? Давай заедем, поближе посмотрим. Давай. Вообще ничего. Охренеть, блин. Слышь, у тебя тут тонировка в машине. Да, сгорело хорошо. Полностью. Ого. Не, ну каркас есть, там чуть обшитие. Да, да, да. Надеемся, они были застрахованы. Да. Это бизнес идет к чертям, хорошо бы, чтобы он был застрахован. Это да. Блестит. У меня в бахе меньше. Намыл же. Еду на именины, красивым хочу приехать. Да, да, там уже слепой ждет, наверное. А слепохие, друзья, стойте, пожалуйста. Спасибо, уважаю вас. А что, тормоза ты с мостом или свои оставил? Я поменял обратно барабаны и дисковые, кому-то продал с группы, кто-то приехал ко мне, забрал. А, не кто-то, а тот, который строит. Он с сыном машины. Уже на месте? Так, слепой. Слепой в кадре, да? А мы догоним его? Я не знаю, мы уже 90 едем, точно ли догоним? Да ты ж... Я не уверен, да? Подожди, тут Рено серьезное подрезает. Сейчас слепой удивится, сейчас. Удивится и обратно. Смотри, болото станковое еще у него. Не отмылось. Вот он слепой. Вот это, ох, у тебя зеркало какое прозрачное. Давай, давай, ну догоняй. Слепой не ожидал такого поворота. Все, так пусти строим. Его вперед, за ним поедем. За ним поедем? Ну да. Давай, да, он здесь. А, он не знает, куда я. Мне еще человека забирать. Все, Вазик перешел на максимальные обороты. Патрон, да, патрон тяжелый очень. Тряпница от на бузой, все, сидит. Офигеть вообще. Как это он так едет? Это стоковый УАЗ, блин, крыша в оригинале, все. Что тут, 5 зрителей уже есть. Это хорошо, не спится ж кому-то в субботу. Блин, слепой ушел в отрыв, да? Да, все. Это он дуркует, мы сейчас его догоним. Не, мы его не догоним, потому что он мы пока стоял, он быстро что-то едет. Сейчас я ему скажу, что подождал. Ох, какая, смотри, какая серая копейка. У меня у деда была вот такая серая. Соточка. 70-го года. Вот она. С черными номерами. Вот оно. Так пусть 99-ю берет с собой. Ого, смотри, у него полный багажник. Не, она у него серьезно заряжена. Сука, сняли, первую включили и потопали. Белый, красный, просто. Да. А, подожди, а скорость у нас по навигации видно, сейчас я посмотрю. 72 по навигатору. А все. 73. Капитально подпрыгивает. Ну чуть-чуть там что там. Это чтобы придать этого силы, да? Антураж и этот. Не, у меня просто 41 на 8 пара везде стоит, поэтому у нас есть этот. 41 на 8? Да, если бы 37 сейчас бы летели, мэрс бы нас не заметил. Не надо, лучше так. А вот она шишка была. Где? Ну вот он слепой. Вот, вот так заехать можно, да, он, смотри, даже тебе стрелку нарисовали, поворачивай вот сюда. Да, смотри, цветочки. Войдешь в поворот? Направо.
Нет, мы выбором немного ему ограничили. Про это сейчас... правильно. Главное, слепой нашелся. Ну где Саня? Саня в маске, все. Я буду на связи. У меня рация тоже есть, можно достать. Что? Подходит, заправщик подходит, мне говорит, вас там с соседней машины снимают, будьте осторожны. Да ладно. Красавчик. Привет. Что тут у Сани? Все на месте, трос длинный, все хорошо. Так, быстро не едь, у нас машина без... тормозит, ты же знаешь как у тебя практически. Она и похожа, в принципе. Смотрите, на ком мы УАЗе шикарном. То вы с улицы его и не видели. Ну, видели на оффроуде на прошлой неделе и раньше еще. Что-то капает. Ну, это нормально, значит, масло есть, если капает. Может, да, ну, может у нас еще капать, а ну, на, подожди. Это не от нас, это... Да? От какой-то Тойоты, которая там стояла. От Тойоты, наверное, да. Поднимаю потихоньку. Чинишь? Поднимаю давление. Да, я понял. Давай вместе. Так, кто-то еще приехал, слышу по звукам. О, это Леня приехал. В Чернобыль он решил не ехать. Я думал, вы в Чернобыле. Вы пока ехали, представь, блядь, со свечой выкрутил рукой. Рукой выкрутил. Есть свеча? Охренеть. От геморроя только. А в дверях обычно в УАЗе, вот в этих дверях лежат свечи. Но у меня там всегда. Там все есть. Он может и не завестись. Или что? Блин, мне кажется, ты нарушил равновесие, блин. Это американский УАЗик. Подожди, УАЗик американский. Да тащи нас, ёлки-балки. Это так ограничивает, на самом деле. Так ограничивает, а спринтер поехал. Слышишь? А что ты забыл? Что-то не нажал? Да нет, ну я, короче, вкрутил ту свечу обратно. Нет, ты полный газ нажми, уже залило, наверное. Давай толкать. А то что толкать? Пришел. Ух, какая резина хорошая. Подожди, может там что-то ты провод где-то слетел центральный, нет? Нет. Потому что вообще признаков жизни нет. А? О, нормально, слышь, на Верастюка ты похож чуть покушать только. Лёха, ты не гони, ты меня дергаешь, Лёха. Саня, мы сломались, Саня. Нету. Кстати, подожди. О, гелик вот. О, есть машина нормальная, сейчас нас дергнет. Не, нас не надо дергать, нас надо дотянуть. Мужики, дотяните нас, а то у нас со свечой беда. Только медленно нас. Только медленно. Ой, я вижу, у вас тоже УАЗик. Только медленно. Ого, у вас резина лучше, пацаны. Да, и УАЗик тоже лучше, пацаны. И УАЗик. Привет. Эх, что можно любачить. Привет. У вас свеча есть? Там булка, я шаю в гравиновую. Что, свеча есть? Так у вас другой модели свеча может быть. Главное, у вас это. Подойдет, говорит? Я их выгрузил. Выгрузил? Ну, да. Тоже в дверях, понял, искал? Привет. Привет. Тоже тут... Да все такая же конструкция у машины практически. Тоже в дверях. Это жесткие ребята. Прием, а прием. Нормально проехали. Оффроуд начался. Да. Фу, блин. Это уже неплохо, а я думаю, слышу, так надо целый день, надо жесткую сцепку сварить и к нему цепляться каждое утро. Тема будет, отвечаю. Мне не нравится, что он пылит на меня, только машину помыл. Конечно. Я бы сейчас бы вышел и сказал. Я закрываю. О, люки. Я задраю. Ух, елки. Слепой бы так и сказал. Встреча на мусорке, блин. Сейчас. Надо, брать, не затаскивай меня. Да, все, уже начинаю бить. Пошли, пошел в оффроуд, видишь? Не-не. Проверяй. Давай, братик, давай, дергай. Проверяю тебя, да. Чего же я не вылез раньше? А, нет, тут нет обрыва. Блин, чего же я не вылез? Пятый вырывается вперед. Слепой, у нас нету этой... Слепой снимает постановочное видео. И пусть заново подъедет, понял? Давай!
Ну тут специальные упорчики. Ёханый баба. Смотри, какая. Ты видел, он на спине плыть хотел, видел? Дай свечу, покажу тебе, что с моей осталось. А я тебе свою дам обратно в память. Дай свечу, Саня, отдай свечу. Да нет у меня свечи. А я тебе кричал в рацию, что ты молчишь? Там вообще нет. Не кричал ты ничего в рацию. А ну подожди, может у меня рация сломалась. Может, другая частота или батарея. Это которую Тарас утопил, это именинник утопил эту рацию в Прилуках. Красиво. Слепой, слепой, ты где? Это значит, слепой. Он слышит меня? Ну, есть еще один? Да, сейчас. Короче, ему надо ник менять, да, наверное? На глухой? Глухонемой, да? Глухослепонемой. Так, свечу сейчас. Шишиги похожая свеча. У тебя нет свечи, Саня? Да, конечно. Нет, геморрой это. Нет, так ехала ни разу не чмыхнула, сотку шли. А. Не, это сложно. Рация. У меня даже экран, я тебе покажу свою рацию. У меня нет ни антенны. Сейчас, подожди, зрителям я покажу. Я не сомневаюсь. Не, так ее именинник утопил эту рацию. У него тут лежала в кармане, а глубина была по шею. Короче, смотри, рация. Нет антенны, нет куска. И ты плавала. Короче, не, так подарок? Она приехала с Прилук, полежала дома, высохла и работает. Ну, вот это рация. Настройте, ага, да вот тут тоже все. Сейчас приедет кто-нибудь. Настраивать пытаются. Так, идем к слепому. Где ты, Санька? Саня ищет свечу. Хорошо. Опа, нормально. А вот еще ж свеча. А это запасная. Так ты все хочешь поменять или что? О, так это NGK. Пока слепой здесь, меняй. Да, я ж. Меняй все свечи. Саня, посмотри, может еще есть комплекта два. Конечно, есть. Надо бумагой потереть. Кого? Где потереть? Бумагой там не там труд. То после обеда бумагой труд. Еще надо бумагой потереть. Сука. Понял, чтобы изолятор снять. Или отвертый хотя бы пошкрям. Давай напилим. Давай, дро. Что, не откручивают? Да, вот эта херня мне не слазит. Она мне так нужна. А у тебя, нужно? Ну да, у меня колпачки что? Не откручивается? Чего? Тиски есть в машине? Дай, подожди, у Сани руки крепче просто, дай, он сейчас починит. Саня, осторожно, он у него крас тут есть внутри. Что ты гонишь? На. Крас вон. Ты что, у тебя на три руки базуки? Да я тебе говорю, это реально. Спасибо. Ты видел его машину? Машина сурового мужика, безумного Макса. Он горшок, смотри, это тебе кто боится. Да, кайфанулся. Если штурман очканул, у него горшок сразу приготовлен. Новый чайник подарил. Ох, охренеть! Теперь у нас будет два удовольствия. Саня, не, ну это вообще, слышишь? Подожди, я тебя сфотографирую с чайником новым. От тещи, блин. Как наливается, как, блин? А, вот так, да? Подожди, я. Есть там вот? Стой. Блин. Тибусы только перебирали. Перебирали тибусы, да? Подшипники за... Подустали? От воды? Не, мы кокс отдали 140-150. А, и что, немного? Перегрели. Набор с опытом. Да. Потому что сейчас бы с дуру, мы бы тут уже свечу не прикатали нормально. Тут жестко горело все, вы посмотрите. Все черное. Деревья. Да не, погорели, вон желтые. Ага. Тут жестко горело. Блин, а места шикарные какие. Что-то подпалил? Кто придумал места? Как? Сундуковский кордон. Я сам не знаю, очень интересно. Сундуковский кордон, это мы тут всегда весной здесь. Вот в это время мы, чуть даже раньше, мы всегда сюда приезжаем. И выкатываем. Смотрите, какой каньон идет, и дальше он переходит в болото, этот каньон. Сейчас все увидите. А вот тут цветы квадрика, смотри. Ага. Да. Глянь, хорошие места, горочки есть, классные. Горочки, я же вам говорил, что сейчас все будет. Так, зеркало красиво, прозрачное, да? Немножко. Красиво. Ты, немножко в него плохо видно. Мне нравится, что понял, погорело, чуть понял, у тебя чисто деревья, вот, да, еще больше. Да, поподгорали деревья, красиво. Жалко.
Да. А сейчас будем снимать. Ого, тут, тут горело жестко. Будем опускать. Кабрио делать? Да, будем делать кабрио, чтобы съемки были лучше. Сейчас кабрио будем делать. Да. Елик поехал. Охренеть. Что горит? Ну, буст тут оставить можно. Что? Застрянем. Поехали. А нет, нет. Целина, скажи. Ходом должен пройти. Так, 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 так. Едем, едем, едем. Подсохшая просто в этом году. А, вон видишь внизу какие колеи? Вот это же все. Класс. Там оффроуд был. А в этом году немножко подсохло сильнее, чем обычно. Люба, что у нас тарахтит? Ты не знаешь? Не в твоей зрители, нет? Не, вроде, не, у меня тут все четко. Она трактит в самой покупке у вас. Я все время хочу найти, что это, и выкинуть ее. О, смотри, какая колея. Кто-то дрова подкладывал, видели? Ехать хотел. Прикинь, какое тут рубилово было. Да-да. Это от Унимога, наверное. Колея. Ну тут от всех было. Не, ну тут спринтер точно не проедет. Ну да. Ну хотя. Пока едем нормально. Не, его надо тянуть, наверное, сразу цеплять. Вот Саня гелик. Боком идет, смотри, как боком идет ранглер. Его надо цеплять за гелик по-любому, понял? Подъезжай ближе к нему. Красиво идет. Ля-ля-ля, красиво, в натуре красиво идет. Так, мы идем еще увереннее, конечно. А, ну что? Сегодня УАЗ будет всех тягать, объявляю. Да, собирай раз, подтяни УАЗ, будем целый день утягать вас. Да. Правда. Стихами, стихами. Алло. Стихами хочу сказать. Все нормально. Там Макс подъедет стулья в этом забрать в Гранде. Санины стулья с той недели. Подожди, 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 стой, я выйду, стой, стой, стой. А, ключ внизу. А, я ему скажу, чтобы он у консьержки взял. Ну, Антон тогда пусть выйдет. Давай, подъезжай, братец, второй, давай. Ну, хорошо, давай, то тут онлайн давай, идет давай, на этой камере. Давай, давай. Не-не, нормально, на Сундуковском кордоне. Достав. Ладно, давай. Пошел драг рейсинг. Да не, ну это жесткие ребята. Выиграл. Блин, чуть-чуть пропустили, тут мне позвонили. Смотрите, сейчас тут рубилово началось такое. Это я для онлайна рассказываю. Все, теперь победил. Зажигают нормально. А вон вторая пара участников дальше стоит. Да, вот эти горочки. Ну это, блин... Пешком буду пробовать спуститься. Тут даже пешком, я вам скажу, не просто идти, не то что ехать на машине. Блин, надо было спускаться там, где УАЗ заезжал. Хотя тут чуть копнули, можно идти. Ну, только с мощным мотором тут и хорошей резиной можно заехать. Да, горка такая, мама, не горюй. Пойдет, да. Вообще. Вот оригинальный китаец. Или это Toyota? Это Forerunner? Да нет. Ну как нет? Это Great Wall? Нет. Forerunner? Блин, обозвал... Тойоту, блин, китайским этим брендом. Леня, Леня. А, это он меня мстит, да, за Forerunner? За китайца мстит. Так, пошла жара.
Мы, блин, в лучшей машине современности. Вот это ты отжигал. Чак, подожди, забыли. Человека забыли. Не видел, я не мог сдаться ей. Да это вообще просто, я блин. Думаю, да ну ладно. Я жалею, что основной камерой. Кто-то снимал, как заезжал? Нет? Не снимали? Снимал. То у меня только на этом, то у меня только на онлайне там. А там качество может быть не идеальное. Так, ну поехали, нормально идем. Да не, ну вообще даже не буксует. Все. Да, все. Давай, подрезай этого впереди, что он блатует. Я Рубик самоуверен. Опа. Смотри, тут пеньки бывают. Я понял, но мы по беспределу будем оказаться. Нет, чтоб зубы не выбить об торпеду просто. Это да. Это да. Ох, елки, 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 палки. По беспределу в натуре идет. Осторожно, не поцарапай. Не поцарапай краску. А, это гидроусилитель или, да, пищал? Нет, это не под резины. А, резина. О, лагерь, все. Лагерь. Мне сейчас сюда так хавчик подвезет. Тут уже именинник, наверное, есть, мне кажется. Что, хавчик привезут тебе? Да, да, сейчас я закажу сюда. Свое. Макдональдс? Свое Глово. А, Глово. Да, места тут зачетные, да, видите? Ты шо, кайф. Полянка какая, все обгоревшая. А вот тут, вот тут горы есть падает. Еще. Ну подожди, пока не едь, передохни. Я передохну, подожди, только пусть я сразу. Резина. Я сейчас сразу красиво сделаю, чтобы. Стой, подожди, так я выйду, давай. Я выйду, чтобы фотографии сделать. Так, начинается. Продолжается отжиг. Да, пыльно сегодня. Но тут, кстати, по дыму ничего. Оно в низинке, а дым весь выше. Очень даже комфортно. Что, все? Так, именинника идем поздравим. Где-то он тут рядом. Где именинник? О, вон он. Какой красивый, блин, подстриженный. Подстрижены. Покажи свою. Привет. Поздравляю тебя. Большое. Как твое состояние? Трошку. Пока. Нормально? Приделе. Привет, Зининами. Витя. Можно Захар, можно Витя. Ну что там есть? Свою, давай карту. Видишь? Забыл? Все там. Карты, да. В самом конце сушки карты лежат. Так, блин, я не брал, мне нечем снимать. Телефон только. Не могу. Давай, поэтому, я только голову снимаю, ничего не видно. Мне тоже перед съемкой тяжело. Человеку теперь слов подобрать. Ну, в общем же, тебя все любили. Давай. Спасибо большое. Офигенный тост, вообще непонятный. Европейский какой-то. Европейца нет сегодня. Все? Никто больше чай не пьет? Да, чисто мужской. Нет, давай так, чтобы любили. Толкают, давай. А что это такое, Саня? Точно спирт? А ты что думал? Не, ну...